Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. В этом видео я приглашаю вас поучаствовать в составлении народного рейтинга на лучший розовоплодный высокорослый гибрид томата. Недавно на канале мы уже проводили подобный формат видео, но там мы составляли рейтинг наиболее полюбившихся вам гибридов огурцов. В этом видео участвуют 5, на мой взгляд, наиболее популярных розовоплодных томатов от разных фирм, чтобы не было разговоров о том, что это какую-то фирму мы рекламируем. Ничего подобного. Все фирмы разные, но действительно очень достойные томаты. Давайте подробнее немножко о них сейчас и расскажу. Томат Manusa F1 от фирмы производителя Rixvan. Крупноплодный томат, 220-300 граммов, масса плода, 4-6 плодов на кисти, среднеспелый, 105-115 дней, устойчив ко многим заболеваниям, приятный на вкус. Второй томат, участник нашего с вами опроса рейтинга, Kibo от Kitano. Другое название этого томата — КС-222. Раннеспелый, 102-106 дней от сходов до получения урожая. Высокая урожайность, образование завязи в стрессовых условиях, устойчивость к растрескиванию и основным заболеваниям томатов. Следующий гибрид — Honeymoon от фирмы Клаус, или по-другому эту фирму называют Клоас. Французская фирма. Отличный розовый гибрид с короткими междоузлиями. Вес плода 200-220 грамм. Урожай высокий, отличный на вкус, устойчив к различным заболеваниям и растрескиванию. Следующий гибрид — Pink Clare. Израильская селекция. Плоды от 100 до 300 грамм. За счет того, что такой разброс по массе плодов, то можно набрать и на баночку, и на употребление в свежем виде. Все гибриды, кстати, из тех, о которых я сейчас рассказываю, очень хорошо подходят на томатный сок, на переработку на томатный сок. Итак, дальше. Плоды томата Pink Clare сладкие, с легкой кислинкой. Мякоть плотная. Нравится за устойчивость к перепадам температур и устойчивости к растрескиванию. И, наконец, пятый участник нашего с вами видео — Мэйшуай от фирмы Семенис. Высокорослый ранний розовый. Масса плода 200-250 грамм. По многим отзывам, очень вкусный томат, устойчив к заболеваниям и растрескиванию. Я уверен, что многие из вас какой-либо из мною названных гибридов выращивал. И я очень прошу, если это действительно так, друзья, оставьте, пожалуйста, свои отзывы в комментариях, честные отзывы. Понравился гибрид или не понравился? Если понравился, то за что? Если не понравился, то почему? Особо прошу осветить моменты, которые интересуют действительно многих зрителей. Это именно вкусовые качества того или иного из названных гибридов. Это честный, на мой взгляд, самый честный опрос, который именно исходит от вас, а не от меня. Я свое мнение по этим гибридам сейчас даже не высказываю, хотя пару гибридов, скажу честно, мы выращивали, и нам они очень понравились. Но я не буду называть, какие мы выращивали. Мне очень интересно почитать именно ваши отзывы и комментарии. А особенно это будет интересно почитать огородникам, которые сейчас в поиске хороших гибридов, именно розовоплодных. Начинающие огородники, либо кто еще не пробовал. Ну, многие розовоплодные гибриды, это не секрет, очень склонны к растрескиванию, друзья. Вот этот фактор тоже, если выращивали эти 5 гибридов, опишите, пожалуйста, в комментариях, как там с растрескиванием, с хранением, со вкусом, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так что не стесняйтесь, займет у вас буквально 10-15 секунд вашего времени драгоценного, написать так, понравился, не понравился. А многим сотням и тысячам огородников эти отзывы, ваши честные отзывы, будут весьма полезны. Спасибо заранее. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.